Всем привет, начинаем нашу тренировку. Сегодня поиграем вживую без статистики, лимит NL10. Если будут вопросы, задавайте их в чат, я постараюсь на них ответить. Сейчас посмотрю, началась ли тренировка. Да, вроде все хорошо. Отлично, будем играть. Здесь стандартно изолируем пушного парня. Здесь у нас есть волейбет с топ-парой. Здесь я уже думаю, что волейбета у нас нету. Вряд ли он нам заплатит с какими-то шестерками, семерками. Поэтому будем чекать. Также я не думаю, что такую руку он будет превращать в блеф. Поэтому здесь у нас чекфолд. Да, тем более такой сайзинг. У него есть тут и две пары. Какие-то стриты доехавшие. Какие-то сеты за слоуплеем. Поэтому здесь фолдим. Совсем тоже фишной парень. Выставился здесь на 10-9. Молодец. Вот этот столик так себе, наверное, сейчас его поменяю. Ну, даже вот этот будет получше. Против фишного парня защитимся здесь. О, отлично. Доехали. Будем ставить много. Он какой-то телефонистый, как мы видели. Скорее всего, ничего не выкинет. Конечно, доехал какой-то король 10, но у него много всяких других рук. Поэтому, опять-таки, будем ставить много. Я не думаю, что он выкинет здесь какого-то туза или две пары. Не очень приятный пуш, конечно. Ну да, вот, пожалуйста, человек. Сильно зауверплеил свою даму 8 несчастную. Молодец. Здесь у нас и задает. Поставим. Побольше, но типот нам получать не хочется, тем более без позиции. Хорошо, все сфолдили, замечательно. Здесь можно, конечно, поставить кандбет, но все-таки никаких бэкдоров нет, поэтому я лучше буду просто чекать. Здесь у нас есть волейбет.
Ну, по тузу, конечно, волейбета нету. Вряд ли он тут заплатит с какими-то мелкими карманками. Поэтому просто будем чекать. Здесь кол. Отлично. Интересный здесь сайзинг такой. Наверное, все-таки у нас здесь есть ставка на вэлли, он может так сыграть десятку или какую-то шестерку, которую не выкинет. Какой-то похож фишной парень, буду его изолировать. Не хочу пятый стол. Привет, Валдемар. Если будут вопросы, задавай. Интересно. Интересно, нам надо два. Банк 5. Нет. Все-таки, пожалуй, нет. Он тут фактически 4 бет пушат. Думаю, там достаточно сильный спектр. Кстати, как там с трансляцией? Все нормально? Звук, картинка, все есть, все видно. Какой-то фишной парень. Что лимпится. Ага, отлично, спасибо. Ну, пока ничего интересного не происходит. Хороших рук не сдают. Остается только наблюдать за фишными игроками, что они тут такое забавное делают. Как видите, поляна достаточно слабая. За каждым столом по 2-3 фиша. Ну вот, наконец, туз король. Может, сейчас кого-нибудь тут стекнем или просто фишек соберем. А, вы отлично. Два раза, давай два раза покрутим, почему нет. Первый раз выиграл парень.
Вот ему не терпится, видимо, расстаться с фишками, с деньгами. Надоело ему тут катать. Или хочется какого-то экшена. Есть тут особенно на NL10 такие люди, которые вот приходят с коротким стеком, начинают пихать во все подряд. Здесь у нас две оверкарты, USD-шка, поэтому ставим конвет. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.